Очень девки, всем привет. У Иринки Толя завтрак. Завтрак был. У Иринки Толя обед, Толя ужин. Всем приятного аппетита. Знаете, что хотел сказать? Там какая-то подёха. Не помню, то ли Мария ее зовут, то ли как. Ну, склероз. Старость. Понимаете, написала. Ириночка Сергеевна, ты такая умница. Мария Вальбер, или как ее там, ну, не знаю. Спасибо, конечно, за ваши искренние признания. У меня сегодня типа винегрета. Надо же все-таки детки кушать. То какие холода еще будут, да? Тут у меня сардина. Сардина вкуснее, чем килька. Вот так вот. Вы представляете, девочки, кто-то из вас, блин, так сильно нахаркал. Или что? Короче, мне запись перенесли. На какое число вам не скажу. Потому что не надо, знаете, мы такой народ. Сглазливый. Ну что теперь? Ну тут перец. Как это? Сегодня я ничего не поутребляла. Напитки опять ему летает. Это, короче, какой-то хитер летает. Представляете, да? Какой-то хейтер летает. Что-то я так проголодалась. Так что признавайтесь, что сглазил моего стоматолога. 22 числа у них свет отключают. Кстати, Мария, также и подружка твоя Лидия. Вы же по-любому смотрите.
Спасибо за ваши добрые комментарии. А не комментарии, сообщения в ВК. Ты не знал? У меня в ВК есть группа. Там все мои наказанные. Отбываю срок. Ну, не все, конечно, есть и нормальные люди. Но есть и наказанные люди. Ну, это типа Лидия и еще кто-то там. Не помню. Но Ксюшка мне сегодня написал, отправил сообщение в телегу. Представляете, кому выпал снег. Ну, как и выпал, выпал и растает, как и жил у нас. Что теперь? Не, когда вот снег летит, да, еще такой нежный, воздушный. Это же прикольно. У нас на Урале обычно снег выпадает в конце сентября. Но тут не знаю, что произошло. Погода что-то поменялась. Он то выпадет, то растает, то выпадет, растает. У нас вообще сентябрь был такой теплый. Октябрь такой более-менее. Но ноябрь-то уже это. Повалил. Так что, вы не переживайте, в рынке картошки еще достаточно много. Так что, у меня еще до Крыма хватит, ее есть и есть. А в Крым, короче, приеду. Перейду на фрукты. Мы, короче, это с Максимом покупали там десерт. В Ашане мы его постоянно брали. Он у нас как бы тоже был. Где? В Светофоре. В Светофоре он продавался у нас. А сейчас, прикиньте, нету, пропал. Ну, всякие там клубничные. Это вкуснотень. Девки, вот тут вообще нельзя ничего оставлять. Ну, это просто вкусно. Сами вылезали. Не только я. Так что вот так вот. А снег идет.
тоже хочу снежка. У нас бы уже окончательно бы снег выпал, мы бы это... Снеговиков полюбили, снежных баб. Ну что, по ине, да? Значит, прикольно любить снеговиков. Тем более скоро Новый год. До Нового года осталось совсем чуть-чуть. Ну так вот. Это вкус мятина. Ой, ребятки. Ну, вы просто ничего не понимаете. Вы сидите на диете. Ни хера не жрете, а картошечка была с капусточкой. И вот с таким подсолнечным маслом. А еще знаете, вот это подсолнечное масло можно мазать на лицо. Это вместо дорогого хорошего крема. И знаете, у вас такая кожа будет шелковистая, мягкая. Так что попробуйте. Знаете, Иринка вам всякую херню не посоветует. Ой, вот так вот. Ну что, сейчас кофейку, да, дорогу? А, надо было мусор вот этот. Этого. От баночки. Хотела яблоко съесть, ну ладно. Вы скажете, вот еще. И так тебе жирно. Да мне это не жирно. Не знаю, как вам. Ой, девки. О, вот такие звуки пошли. Помываю к вам. Кого? Я как чихну, и мои хейтеры вздует. Вчера себе печенье. Я же говорю, будь здорова, Ирина Сергеевна. Расти счастливой и богатой. А мы уезжаем до дома, до хаты. Это на жену было тогда чихнуть. Сейчас еще, кстати, муж чихнул. Без добавления сахара. Классические. Я вот когда в Крыму с Надюшкой познакомила, она мне подарила такие же штучки. Не помню, там одна или две были упаковки и чай. Чай зеленый с мятой. Все такой вкусный чай. Тарталетки. А ты не говори.
Так что, девки, я вам новую новость дала. А то, что мне перенесли запись стоматологии, на какое число не скажу. Так что, если у вас повод пообсуждать. А мы переходим к печеньке. Вкусная, нежная печенька. Что за печенье-то хоть? Ребята, вот так вот. Вкусненько, да. Вот эти-то советы не тоже вкусные. Ну, а как вы хотели? Все вкусное. В Ринке все вкусное всегда. А сейчас, короче, схожу в баньку. Потом приедет Андрюшка. Все слышали? Приедет Андрюшка. Угу. А куда вы с Андрюшкой? Мы поедем в боулинг. Боулинг с Андрюшкой поедем. Понимаете? Боулинг. Гонять шары, пить шампанское, вино. Хотя Иринка вино не любит, вино не буду. Шампунь тоже не очень люблю. Коньячок люблю. Но с тобой никто не спорит. Ты любишь коньячок? Конечно, люблю. Ну так вот. Так что, девочки, мальчики. Как бы вы ни хотели, по-вашему не будет, понимаете? Угу. А сейчас, Андрюша, подожди, через часик написывает уже. Ты готова, ты готова, дочь Попова. Да нет, конечно, Иринка недавно только проснулась. Улыбнулась, подтянулась, вот так вот, подтянулась. Умылась. И так далее. Сейчас в баньку схожу. Угу. И поеду. У меня фен есть, и феном волосы высушу. Полотенчиком протерусь. И все. Иринка готова. Понимаете, да, товарищи?
Ну все, детки, я готова. Я поела, было очень вкусно. Еще одна печенька осталась. Это после боулинга. Шарики мы покатаем, короче. И не только шарики покатаем. Понимаете, да? Ну, я вам дала что пообсуждать. Я надеюсь, вы очень рады. Угу. Так что все, мальчики и девочки. Всем пока. Всем хорошего настроения. Адьос.